Всем привет! Сейчас около 12 часов дня. Говорю тихонько, потому что Соня уснула. И у меня здесь поздний завтрак, обед. Все сразу. Картошка с яйцом и овощи, которые остались. И курица от азиатского блюда. И я решила в постели все это. А, еще сок яблочный, холодненький. Вот, и решила все это постели поесть сегодня, потому что, ну, имею право, после вчерашней поездки я немного устала. Вот поэтому я сейчас впервые в жизни сбилась, мечта идет, позавтракаю в постели. Вот так, у меня открыто окно, свежий воздух и приятного аппетита мне. Вот, я уже прилегла. Сейчас начну завтракать. Я только что попробовала. Это очень вкусно и очень классно. Просто потрясающе. Такой релакс. Надо почаще так делать. Что касается порции, да, конечно, очень большая, но сейчас 12 часов. Я встала в 6 и ела только йогурт за все это время, поэтому может все съем, а может и нет. Пока-пока. Всем привет! Прошло 2 недели, и опять у нас покупки из Лидла. Опять мы ездили в Тистед. И пакет такой покупок на 400 крон. Сразу же покажу то, что спрячу в холодильник. Здесь лазанья опять взяли. 15 яиц. И 18 упаковок молока детского, смесь, которую Соня пьет перед сном и утром иногда. И еще у нас 4 есть. Так что нам это хватит на, ну, до конца месяца, получается. Сегодня 14 сентября. Такая упаковка стоит 150 крон, по-моему. Так, сейчас спрячу это в холодильник и буду разбирать пакет. Детский лосьон, детское мыло, шампунь. Все сразу. Лупилу фирма. Первый раз берем. Milk and Honey Snack. Это Митя у нас такое есть, любит. Тоже такие в дорогу смузи. Фруктовые. Я взяла 4 штуки. Уже один съела сегодня по дороге. Удобно в дорогу такие брать. 2 творога взяла. 2 упаковки творога, которые мне в прошлый раз очень понравились. И плавленый сыр, чеддер и обычный. Бананы. Сок яблочный. Все пьем. Митя очень просил пончики. Он знал, что мы в Лиду поедем.
большая упаковка печенья, которое мы уже брали. Все едим. И Миша взял еще такое печенье. Вот и все. 400 крон. Ну, потому что молоко вот это стоило 150. А, нет, еще вот средство. Еще такое средство для унитазов. Ну и все. Сейчас я... Вот я не знаю, что сейчас я поем. Творог с печеньем или суп. Или и то сразу. Еще не знаю. Такая распаковка получилась в этот раз.